утра 22 декабря в Одессе введен оперативный план «Гром». Причиной тому стала стрельба в районе Пересыпи, после которой один из ее участников забаррикадировался в автомобильном салоне. Сообщение о стрельбе на улице Атамана Головатова поступило на линию 102 в 10:14. На место происшествия немедленно прибыла следовательно-оперативная группа и руководство Главного управления национальной полиции в Одесской области. Предварительно установлено, что между группой лиц возник конфликт, в результате которого началась стрельба. Один из участников конфликта забаррикадировался внутри автосалона. Об этом заявили в полиции. По словам очевидцев, стрелять возле дома номер 7 начали неизвестные лица, которых правоохранители пытались задержать. Одному из них удалось скрыться, второго, по предварительным данным, полицейские задержали в автосалоне. В городе введен оперативный план «Гром». По словам сотрудников автосалона, двое из участников перестрелки проникли на территорию салона и спрятались в ремонтном боксе. На месте происшествия также находится скорая, однако медики сообщили, что за помощью никто не обращался. Обстоятельства происшествия выясняются.